Первые автомобили с надписью «Полиция» выехали сегодня на улицы Петербурга. Новые машины купили на деньги из городского резервного фонда. Автомобили, или как их назвал священнослужитель, колесницы, сначала окропили святой водой. А после ключи от них полицейским Калининского района вручила губернатор Валентина Матвиенко. Ей же продемонстрировали техническое оснащение новых патрульных экипажей. Умные машины, оборудованные системой ГЛОНАСС, бортовые компьютеры подключены к общей базе данных с фамилиями и номерами автомобилей всех правонарушителей. А видеокамеры внутри и снаружи позволяют контролировать работу самих полицейских. И она очень функциональная, да? Здесь для бронежилетов есть, для задержанного места есть. Ящики забираем, чтобы, дай бог, что есть. Оборудовано видеонаблюдением для того, чтобы можно было смотреть и потом отследить, как и какие действия происходили непосредственно в автомобиле. 18 автомобилей передали в патрульно-постовую службу УВД по Калининскому району. Остальные 5 машин поступят в отделение полиции. С начала года это уже далеко не первая такая акция. Ранее обновили автопарк полицейским Центрального и Выборгского районов.